Привет, самураи, вы на канале Пан Гайдзин. Ну что, выходим на финишную прямую. Сегодня у нас по плану, ну точнее сегодня, завтра, как получится, полы, покраска лестницы и установка, наконец-то, колонн. Но прежде чем приступить, нужно будет сначала помыть полы. Хотя я уже так немножко тут подзаметал, но сейчас надо сделать влажную уборку. Мы сначала докрасим первый слой, лестничную площадку. Так, первым слоем мы прошлись. Там внизу, видите, такие черные штучки. Там сенсоры просто. Это ночной светильник. Они везде так есть. Это потом надо будет аккуратно тонкой кисточкой подкрасить. Там сенсоры стоят ночного светильника, лестничного марша. Сейчас вот покажу. Допустим, если я здесь свет выключаю, то не автоматически тут такая вот подсветка горит. Поэтому там нужно будет это дело аккуратненько подкрасить. Внизу вот этот датчик света, и он туда дает свет везде. Так. Ну что ж, ладно, на второй этаж, полы. Так, лестничную площадку мы покрасили в один слой, позже мы вторым слоем пройдемся, там она уже, в принципе, не мешает нам заниматься делом уже на втором этаже именно полами. Сразу скажу, что на так белой она не останется, лестничная площадка, там будет на самих ступеньках, да, такие будут половички в цвет обоев, то есть они будут хорошо контрастировать. Потому что знаю, ну скажете, так по белому ходить, то конечно она запачкается, а так будут половички такие и будет симпатично смотреться. Так, ну что, сейчас влажная уборка и полы. You.
Так, полы закончены. Аллилуйя. Значит, следующее что? Плинтуса и колонны. Но прежде чем приступить к плинтусам, немножко надо подготовить колонны. В общем, изначально вы помните, да, как я здесь уже фрагментарно одно сделал. Там, может, камера не совсем удачный ракурс. Но, в общем, да, белая капитель. Я решил немножко поменять. Потому что слишком много белого. Ну, то есть оно и так светлое, да, обои будут темнее, и оно будет хорошо контрастировать, но я решил, в принципе, немножко, как сделал я на первом этаже, да, помните, снаружи, я их слишком затемнил. Единственное, что я не буду такой темный делать вторую тональность, я немножко светлее сделаю, и потом сверху белый. Оно будет как бы капитель немножко выделяться, но не так броско, как на первом этаже, там просто немножко другая тематика. Так что сейчас надо первым слоем темным покрасить, и пусть пока она высыхает, мы будем заниматься плинтусами. Что сейчас маленький перерывчик. Фух. И только хотел сказать бы, сейчас бы было бы куда присесть. Тут я вспомнил. Конечно, я еще тут не закончил, но у меня ведь диван стоит уже больше года. А давайте-ка мы его распакуем. Я хоть присяду, как говорится, перекурю на нем. Ну, хоть я не курю, конечно. Опа! Вуаля! Классно-то как, блин! Этот диван у меня больше года стоял упакованный, я его купил. Думал, тогда все это раньше будет закончено, как говорится, корона внесла свои коррективы. Ну вот, наконец-то я распаковал свой диванчик. Он-то теперь классно, вы знаете, чем он перекликается? С колоннами, да, с капителем, вообще шикарно. То есть там рыженька такая, и здесь он рыженький такой. Красота. Ой, а люстру? Люстру над лестницей надо заменить. Точно.
скажу честно, я вот сделал две колонны и просто вырубился. Я сказал, ну его нафиг, короче. Просто реально очень сильно устал. И даже сейчас, думаю, надо уже закончить вот тут три колонны. И я думаю, ну надо уже доделать. Фух, реально, полы, колонны, все это... Ну, конечно, большой объем. Поэтому, ну что, давайте еще немножечко поднажмем. И потом будем отдыхать на диване. Ну что, друзья, вот я и закончил, наконец-то, эту часть моего дома. А вы мне. В общем, ну супер. Ну, конечно, да, я очень устал, но очень классно сделал. Большой объем работы проделал. Но теперь самое что классное, что здесь теперь можно спокойно жить. Ха. Круто. Кстати, мне очень понравилось, что вот капитель с диванчиком так классно перекликается. По цвету. И теперь у меня здесь такая арка получилась из колонн, прямо амфитеатр. Ну, чем я не Цезарь, а? Ну, в общем, спасибо, что поставил лайк. И пиши свой комментарий, что ты думаешь по этому поводу. Ну, в общем, не болейте, богатейте, мои верные самураи. А вы мне.